Всем привет, меня зовут Александр, я из города Кривой Рог. В обычной жизни, если можно так сказать, я работаю водителем и пассажирских перевозок. Но у меня есть хобби многолетнее, я каскадер, и моя специализация – автомототрюки. A witty line to save my face, a parachute of pride. To cross the line takes a tiny step, but will the spark cause the bridge to burn? My fear entwined with my regret, I'll be a path to safe return. У меня была травма в прошлом году, и как бы у меня были ограничения по моему хобби, то есть я не мог заниматься полноценно мототрюками. И мне не хватает адреналина, то есть душа требует. И я начал что-то искать, какой-то новый выброс адреналина. И я нашел такое вот занятие, как роуп-джампинг. Я хоть и каскадер, то есть какие-то были экстремальные ситуации, но я боюсь высоты. И здесь очень высоко и страшно. То есть, если люди говорят, что здесь не страшно, не верьте. Страшно всем. Как удобно. Так нормально? Да. Три, два, один. Прыжок! Давай. Давайте еще раз. Три, два, один, прыжок! Обалдеть. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's flat, right, so join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, 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 просто круто. Обалдеть.